BMD 4M, BMP 3, Курганинец-25 и БТР-МДМ «Ракушка» – все это боевые машины, которые 9 мая пройдут на главной площади страны. Все единицы техники проектируются и конструируются на головном предприятии «Зауралья» Курганмашзаводе. Поэтому для нас Парад Победы как в Москве, так и в областном центре – очень серьезное и ответственное мероприятие. И здесь ошибок и несогласованности допустить нельзя. Одна из главных целей деятельности завода – выполнение государственного оборонзаказа, над которым трудится около 7 тысяч человек. Также продолжаются опытно-конструкторские работы по созданию перспективной машины – это Курганец-25. Ну и в этом году в очередной раз боевые машины Курганмашзавода в День Победы пройдут по Красной площади. По словам специалистов, на создание одной единицы БМП-3 в среднем уходит около 40 дней. Цикл производства достаточно объемный. При получении корпуса начинается сборка самого корпуса. Это сначала ходовая часть, потом идет насыщение самого корпуса, устанавливается силовой блок, и машина проходит на стационарное испытание, заправка, стационарное испытание. Параллельно с машиной собирается боевое отделение, где аналогично ставится пушка, прицелы. Происходит стыковка с магазином, связка колпака, сдача параметров, и машина уже уходит с сборочно-сдаточного производства. После стационарных и гидроиспытаний машина отправляется на полигон, где также проходит проверку. Только после этого машина пломбируется и отправляется в войска. Процесс создания военной техники напрямую зависит и от конструкторского бюро, в котором на сегодняшний день трудится более 200 человек. Упрощает создание и проектирование боевой машины компьютерная техника, в частности программа 3D-моделирования. Это уже полнофункциональная модель, где все узлы стоят на своих местах. Можно проверить, как они собираются. Посмотреть конструкцию, не создавая изделия в железе. На предприятии работает коллектив высококвалифицированных специалистов, способный выполнять любые сложные задачи по созданию совершенных образцов военной техники, применяя самые передовые технологии. В 2005 году СКБМ приступила к разработке новых современных машин для десантников. Это БМД, боевая машина десанта, БМД-4М и БТР «Ракушка». Закончено испытание, присвоена серийная литера, и на сегодня уже закончена опытная войсковая эксплуатация. Стоит отметить, что за последние годы головным предприятием тракторных заводов «Курганмашзавод» выпущено более 30 тысяч боевых машин пехоты, которые находятся на вооружении российской и зарубежных армий. Александр Мироненко, Илья Урванцев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру».